Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Вова Гаути и Катя Гушвинская выполнили свою миссию на острове, и парочка отправилась в Москву подавать заявление в ЗАГС. Вова по приезду сразу отправился в магазин Дмитрия Солдатова, чтобы сделать ему рекламу и взять новые вещи. Ведущие заселили Захара Саленко в комнату сразу с тремя девушками – с Лизой Триандафилиди, Майей Донцовой и Машей Кахно. Донцова пишет: «Мы поговорили с девочками и пришли к решению, что жить с Захаром мы не хотим, ни я, ни Маша, ни Лиза». Недавно на проект пришла новенькая участница по имени Александра. На проекте она собирается заняться собой и похудеть. «Я не беременная», – пишет она, – «детей у меня нет, я просто жирная и мне хорошо». Девушка даже не постеснялась раздеться перед камерой. Фанаты шокированы новой участницей и возмущены ее появлением в бикини. Это не первая участница на Доме 2 с лишним весом. Многие помнят Риму Пинджиеву и Инну Воловичеву. Кстати, Инне удалось сбросить лишний вес благодаря правильному питанию и спорту. Тате Абрамсон не нравится работа Валеры Блюменкранца. После нее он часто приходит домой на веселе. На сайте Дома 2 обсуждают, что же это за профессия. Название ей еще не придумали. Его нелегкая задача заключается в том, чтобы кушать в шикарном ресторане, пока на тебя смотрят десятки зевак. У поклонников Вики Романец появился повод думать, что Вика прервала беременность от Антона Гусева. Недавно она опубликовала в Instagram фотографии с двухсмысленными подписями. Она сделала снимки на кровати с упаковкой экстренной контрацепции. Вика написала, что Гусев перепутал ее с Феофилактовой, что он работает по одной схеме, но Романец оказалась умная. Богдан Бобрик общался с подписчиками в прямом эфире Instagram. Он сообщил, что через месяц они вместе с Настей Волынец возвращаются на Дом 2. Ольга Бузова продолжает оскорблять новую девушку своего бывшего мужа Анастасию Костенко. Гневные высказывания она публикует на своей странице в Instagram. «Я теперь не буду молчать», – пишет Бузова, – «я расскажу все. Она влезла в мой дом, в мое счастье. Пусть все знают, что это за сволочь». Но похоже, что Бузова в свое время и сама увела Тарасова из семьи. Об этом намекнула его бывшая жена Оксана. «Это давняя история», – написала она в своем блоге. «Я думаю, все очевидно и так. Моя жизнь не изменится, а у кого-то может безнадежно рухнуть пиар-концепция великих вселенских страданий и несправедливости судьбы. Поэтому оставим этот вопрос без ответа». Бывшая участница проекта «Дом 2. Остров любви» Лиза Кордобовская приехала в Москву. Похоже, что девушка побывала в гостях у Чуева, Гозиаса и Иванова. Андрей Чуев написал много прекрасных слов в ее адрес. И Кордобовская написала в своем микроблоге, что так тепло ее Москва еще не встречала. Катя Жужа в очередной раз рассталась с Олегом Винником. На праздновании своего дня рождения она была одна. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома 2 на канале ТНТ.